Ивановский центр психолога медико-социального сопровождения выиграл федеральный грант. Теперь 1,5 миллиона рублей будут израсходованы на проект «Наставник», цель которого – помочь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. К подросткам от 12 до 15 лет будет представлен наставник, который поможет ребятам адаптироваться в обществе и реализовать личностный потенциал. Запланировано начать проект в апреле будущего года. Наставниками смогут стать педагоги и волонтеры. Запланированы индивидуальные встречи и творческие групповые занятия. В процессе данного проекта будут сформированы 3 группы наставник, 5 подростков и 15 пар ребенок наставник. И из детей целевых групп, для детей целевой группы и взрослых будут организованы мероприятия с наставниками, которые прошли уже специальное обучение и подготовку.